Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу, моему маленькому городку, знакомиться с художниками, с картинами. Выставочная площадка Эрарта, называется музей Эрарта, представляет выставку петербургского художника Андрея Попова, в карикатурах которого соединяется тонкая ирония, философские размышления о повседневности, так написано в анонсе. Андрей Попов, художник, принадлежит к новому поколению сатириков. И, в общем, он открыл, собственно, жанр рисованной притчи. В ее основе смешная нелепость. Попов родился в 70-м году, в 1970-м году в Ташкенте. Окончил военно-инженерно-космический институт Можайского, Можайку. Сотрудничал с газетой «Деловой Петербург», издательствами АСТ, «Витапресс», «Вектор», «Эксмо», «Альпина Паблишер», ну и другими. Состоит в Санкт-Петербургском творческом союзе художников. Много выставок прошло у Попова в Санкт-Петербурге, Москве, Полтаве, Самаре, Варшаве, в Польше, в Бельгии. Ну вот, наверное, все, что надо было сказать закадрово, чтобы можно было просто нормально посмотреть все картины, которые я попытался фотографировать. Есть некоторые отблески стекла, которые покрывают картины. Ну вот, то, что есть, что есть. Поэтому посмотрите, пожалуйста, это выставка Андрея Попова. Она называется «Поправка на время». И она мне очень понравилась, потому что какие-то добрые картины действительно вызывают некоторую улыбку. Ну, просто добрые картины. Есть смысл посмотреть. Есть. Хорошие картины. Молодец. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего.